Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 27-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. И в этом уроке я хочу рассказать полезную фишку, как задавать тень для секций, для любой секции. Конечно же, по средствам Gridbox это сделать нельзя, возможно, в будущем это будет автоматизированный процесс, так же легко, как и мы с вами тут двигаем, перемещаем, создаем контейнеры, да? Секции. Тень мы сделаем за счет небольшого кусочка кода. Как и в прошлом уроке, под этим видео я приложу ссылочку на текстовый документ, где будет находиться код, который необходимо будет прописать в нужном месте для той секции, для которой вы хотите задать тень. Вот сейчас передо мной есть вот такая вот секция, для нее я хочу задать тень. Что я делаю? Переходим в карандашик, переходим в нижний параметр Custom CSS. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. И открываем CSS Editor. Открываем документ, который я прилагаю под этим видео. И вот под словом CSS аккуратненько вот так вот копируем всю строчку кода. Здесь уже задана тень. Прописываем ее здесь. Нажимаем Save. У нас сейчас сразу тень не появится. Нам теперь нужно прописать суффикс класса. Открываем этот документ. И вот здесь вот, где слово класс, класс не трогаем, берем только section shadow. Возвращаемся к нашему контейнеру, опять custom CSS, и вот сюда вот вставляем данный код. Тень должна сразу появиться, но ее сейчас нет, потому что я пользуюсь браузером Opera. С браузером Opera Gridbox не очень хорошо работает. Для этого, чтобы тень сейчас сработала, нам нужно поставить пробел. Тут же обратите внимание, вот на контейнер появилась такая легкая тень, и нажимаем Save. Пройдем на сайт и посмотрим, как это выглядит. Я не знаю, видите вы это или нет. У нас вот белый контейнер, и он подчеркивается такой тенью снизу и по бокам. Сейчас я покажу, как можно менять тень и делать так, как нам нравится. Смотрите, можем сразу контейнер залить какой-нибудь картиночкой, чтобы было нагляднее. Я картиночку разместил, и у нас за счет того, что она такая яркая, тень даже и не видно. Смотрите, есть специальный онлайн-сервис «Генератор тени». Также ссылочку прилагаю в описании к этому видео. Переходим. Слева «Настройки тени», справа сразу в реальном времени можем видеть, как будет работать тень. И вот здесь вот указан код данной тени. Он генерируется автоматически. Нам лишь нужно только двигать ползунки. Если нам нужна равномерная тень со всех четырех сторон, вот эти параметры мы выставляем на 0. А вот здесь вот мы играемся. Blur Radius – это размытие. То есть вот я просто двигаю ползунком вправо, и вы здесь сразу видите, как увеличивается тень. Этим ползуночком можно тоже, вот вы видите, играть. Я сделаю мощную тень, чтобы ее хорошо было видно. И дальше тут есть другие параметры, как цвет тени, то есть можно задать, и другие параметры. Сформировали тень такую, как вам нужно. Далее мы нажимаем на кнопку вот здесь вот «Copy текст». Все, мы в буфер обмен скопировали данный код. Возвращаемся в режим редактирования нашего сайта. Заходим в настройки контейнера, Custom CSS, Open Editor. Здесь будьте аккуратны, нам нужно вот эту строчечку только удалить. И проставить наш код цвета. И сразу визуально видно, у нас там проставилась мощная тень. Давайте посмотрим на сайте. Итак, обновляю сайт. И вот вы видите сразу, да? Ну, конечно же, она тут грязная, такая сильная. Но я так сделал, чтобы вам было ее хорошо видно. Вот за нашим контейнером теперь появилась такая тень. За счет этого генератора вы сможете тонко подобрать там расположение тени и так далее. Размер тени. Вот, в принципе, и все на этом уроке. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка также будет в описании этого видео. Желаю вам успехов и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев,
и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.